من اسمم غلام حسن کریمیراد ایرانی هستم. 6 سال هست که با خانومم با بچه هم اومدیم در اوکراین، داریم زندگی میکنیم. در جایی هستیم به نام آبژیتی، اونجا هستیم و جدا از هم زندگی میکنیم. مشکل زیاد هست، خیلی به همون داره سخت نگذره. My name is Hassan Mohamed Artan. My name is Fortunis Mohamed. And we came from Somalia due to the conflict, and we came to Ukraine. Now we are living in Ukraine. We are looking for a document in order to get a refugee status. اسم ما شکیب صالح رسولی است. مدت 2 سال میشه که ما به اوکراین آمدیم و از نگاه دید ما که ما در اینجا دیدیم مردم بسیار خوب هستند، مردم اوکراین بسیار مهربان هستند. گرچه ما خودم هستم، خانمم است، دو تا پسرم است و دخترکم و در ضمن مادرم هستم. روی ما Меня зовут Рашид, я приехал из Таджикистана с родителями и братьями в связи с тем, что у нас были там проблемы с безопасностями и хотим получить статус беженца в Украине. Я учился в Таджикистане на мединституте и хочу продолжать учебу на Украине. Здравствуйте, меня зовут Фати, это моя жена Сахра, это наша доченька, ее зовут Мерва. Мы живем в городе в Киеве, я работаю переводчиком, общаюсь с сомалийцами, которые тоже живут в Киеве и других городах, они беженцы. Вот. Мы устроились в Украину нормальной жизни, я работаю. Я Ашурова Салуха Рустамовна. Я приехала в Украину в 2013 году. Я имею лицо без гражданства, а в Украине тоже никто мне не может, не могут помочь. Я хотела уехать братишкой в Канаду. И я так ничего не могу делать. А то я сейчас заплачу. И я надеюсь, что скоро я уеду, дай Бог.